Добрый час, друзья! Ну что ж, это обещанная практика, о которой я вам рассказывала сегодня утром. Для того, чтобы записать вам это видео короткое, я по дороге из Самары в Тольятти зашла в лес. Рядом дорога, вы ее слышите, но я уверена, что она не будет нам мешать. Итак, каким образом мы можем за несколько минут быстро привести себя в ресурсное состояние, проснуться, собраться, сосредоточиться, расширить свое энергополе. И сделать это может любой человек. Это занимает буквально несколько минут. И эта техника многим из вас знакома по названию. Но вряд ли кто-то из вас практикует это регулярно. О чем идет речь? Эта техника называется мудры. Мудры – это положение пальцев рук определенным образом так, чтобы пальцы делали замкнутые круги каналов. Потому как у нас на руках есть меридианы, есть акупунктурные точки и так далее. И я вам сейчас покажу несколько мудр, которые, если ты чувствуешь, что ты уставший и тебе нужно быстро восстановить ресурс, ты можешь их делать, и они простые. Первая мудра выглядит вот так. Ты просто делаешь два указательных пальца вверх, зажимая два больших пальца, и ты от начала своего позвоночника вверх начинаешь проводить эти два пальца мысленно от позвоночника вверх и вниз. Эта мудра называется «Острие духа», и она действительно энергетически очень быстро чистит позвоночник. Следующая мудра простая. Она выглядит вот так. Вот так, когда два пальца ты зажимаешь, вместо только два указательных, еще указательный и средний. И делаешь то же самое. Эта мудра называется «Усиленное острие духа». И точно так же мысленно проводишь энергию по позвоночнику. Далее, следующая мудра. Ты складываешь средние пальцы вот так. Как будто бы обнимая указательные пальцы. Она называется гарда. И точно так же ты проводишь. И немножечко фиксируешь, прям с натягом фиксируешь. Следующее – это меридианы. Ты зажимаешь большой и указательный, а затем ставишь их в кольцо и замыкаешь все пальцы. Следующее – ты зажимаешь большой и средний палец, опять заключаешь все пальцы вот таким образом. Далее – большой и безымянный. И далее большой и мизинец. То же самое. После чего идет очень простая мудра. Ты просто свой кулак одной руки толкаешь в ладонь другой руки. И то же самое в обратную сторону. Эта мудра называется черепаха. И она дает защиту твоего поля. Вот таким образом. Есть еще несколько мудр. Но те, что я показала, этого уже достаточно, чтобы быстро активировать ресурсы своего здоровья. И я тебе покажу еще одну мудру, которую ты точно знаешь. Ее знают все абсолютно, и многие ей пользуются. Мудра делается следующим образом. Ты берешь указательный палец, складываешь на большой. Затем ты берешь безымянный и мизинец, складываешь на ладонь. А средний палец остается прямым. И эта мудра, это на самом деле мудра, она называется «Доброй дороги». Если ты кому-то хочешь пожелать доброй дороги, то ты делаешь эту мудру. Просто вы делаете ее неправильно, друзья. Вы делаете это примерно вот так. Вот, видите? Вот так. А на самом деле, когда на большой палец складывается указательный, а затем средний мизинец, безымянный мизинец, а средний остается прямым, то вот именно эта мудра и означает «доброй дороги». Через эту мудру можно пожелать доброй дороги как себе, так и другому. Я уверена, что после этой мудры ты точно проснулся, у тебя точно хорошее настроение, тебе, скорее всего, смешно и удивительно от того, что ты узнал. И я желаю тебе доброй дороги в любой день, когда бы ты не захотел сделать эту практику. С тобой была я, Видана Лада. Увидимся в следующих выпусках. Пока!